звуковые эффекты поменьше. Но вроде только сетевой работает. Ну что, BT, куда мы с тобой идем-то? Вниз? Всем привет, если кто смотрит. Ну и запись, кто смотрит, тоже привет. Ходите на прямые трансляции по возможности. Так. Продолжаем балдежно, на мой взгляд, Titanfall. Блин, графоник аж просто офигенно балдежно. 60 FPS, причем как они это сделали, я до сих пор не понимаю, как так в графоне можно сделать 60 FPS на PlayStation, я вообще не представляю. Да, у вас это тоже 60 FPS, я вижу, что все четенько, плавненько. Так, кто со мной? Почему меня так плющит? А, понятно, там лучше не стоять, понял. Так, сударь. Что-то мне не очень нравится этот. А можно я вот это возьму? Мне оно больше нравилось. Оно как-то приятнее. Он подсвечивает врагов. У него более скорострельная брестня. Так, а мне, наверное, выйти надо, да, из него? Чтобы окончательно всех убить. Так, Бити, давай, короче, выйду. А ты будешь всячески мне помогать. Ты же будешь мне помогать? Давай, иди убей их всех, короче. Кого я не убил. Так, у нас с вами автоматик и... Ага, помню, да. Хорошо. Я пойду туда наверх залезу, короче, потому что ты все не сможешь залезть, ты слишком толстый. Так, ну-ка. Flatline нам не очень нужен. Это у нас и так. А, нет, подожди, это какой-то МПУ. А что такое МПУ? Так, ну-ка. Ой, нет, это гранатомет. Не. В качестве гранатомета у меня BT есть. А слушай, бить, а тут ничего нет. Ладно, иду обратно, где это короче. Я думал, там что-нибудь интересное, а там ничего нет. Ты наводись на врагов только почаще, сачкуешь. Сачкуешь? Так, подождем. Вот и побегаем. Ты вот. Что значит цель не захвачена? А как сделать, чтобы ты ее захватил? А болтус это кусок. Не захвачена цель у него. А кто виноват в этом? Как сделать, чтобы цель захватилась? Короче, первый мне нравится больше всего. Во-первых, у него автоматик. А во-вторых, он не выебывается. Так, если я сейчас туда... Я вот не попал. Ау! Во! Вот это балдеж. Сейчас этот убежит титан вражеский. Вот титана вражеского, наверное, будем убивать уже вторым комплект. А, ну, блять, конечно. Так. Мужик. Мужик. Наводись на него, болтус. Во! Вот на титана он нормально наводится. На титана молодец. Жри говно.
Блин, ну он вот против пехоты, ну совсем слабенький, у него очень медленный перезаряд. Так. А, нацелен титан. Ох, ничего себе, нам еще титана показывают, обалдеть, чуваки, оказывается. Да нет, только начало. Так, почему ты не нацелен? А, мы выстреливаем из этого говна. А я тоже так умею, что ты думаешь, Талин, что так умный? Ёб твою мать! Так, а у меня такой же есть. Пойду отхилюсь. Тут где-то хилки валялись. Вот. Балдеж. Блин, какая же это крутая игра, все-таки охеренно просто. Балдеж. Так, титана вроде нет. Блин, опять пехота. Ёбушки воробушки. Ты нацелиться будешь, нет? Хорошо, потанцуй. Потанцую, блядь. Сейчас я тебя, блядь, потанцую. На! Ой. Не, нормально, нормально, не удалось. Ну так ёпть. Профессионал. Так. Чё это такое? Брут. Угу. Перехват вражеских снаряды, система вертикального взлета, нихуя себе. Удерживайте кнопку, чтобы автоматически захватить сразу несколько целей. Взлет с зависанием, пуском ракет. Ну давайте посмотрим. Так, во-первых, взлет. Пилот, грузовой лифт на погрузочной площадке. Ну да, действительно летаем. На вашем дисплее помечена панель управления. Это идея. Спасибо, пилот. Так. Чё-то там он сказал, грузовой лифт. Так, ух ты, ебать, у меня опять гранатомет. Боже мой, какой мощный гранатомет. Так. Угу. Ну вот щит у него такой, конечно, сложненький. Так, мужик, а мне как бы надо туда с тобой, или я один должен туда? А, наверное, я один, да, должен туда. Можешь сломать? Ты можешь сломать. Блин, походу я должен один туда стоять. По той стене, наверное, туда должен побежать. Ладно. Это меня. Я пошел. Дальше мы продолжим только на грузовом лифте. Я понял, я понял. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Окей. Так. Мог бы меня подсветить, между прочим, врагов? У тебя волхак? А, нет, у него волхака нет. Я его забыл переключить. Грузовой лифт включен. И что дальше? Я бы, если еще знал, где сам грузовой лифт, вон он, ага. Ладно, иду обратно. Так, что там у нас? Работает? Нормально. Угу. Так. Пилот, мне нужна помощь. Тревога. Ох, ебать, его шакалит. Посторонний титан на погрузочную площадку 12. Передаю титан по спецификатной пункту. Хуеть. О, блин. Капа 3? Я не могу высвободиться. Купер. Да я понимаю, что, блять, а я-то что могу сделать с этим?
я должен стрелять, что ли? Да не, вряд ли. Я эту махину как-то вообще могу пробить. Вот сейчас пойдем его спасать, чё. Как же она долго грузит. Я тоже кинул вас гранату, чего думали? Ой, еб твою мать, не так кинул. Так. Выпущу какую-то планку. На французском была реклама, сейчас на немецком. Так, Spitfire. Пора брать Spitfire. Мозамбик. Да, слушайте, оружие действительно из Апекса. Прикольно. Очень забавно. Пора пока это оставлю. Так, что нам? По стене? Ну-ка, покажи, что ты там сделал такое. На трубу? Да, на трубу. Так. Очень крутая игра, конечно. Ирис. И два. Пилот. Купер. Сообщаю, меня тащит в подстанцию объекта. Бити, как до тебя добраться? Идите вдоль труб на нижние уровни. Внимание, теряю контакт. Так, нам возможно туда. Но я не совсем понимаю, как нам туда. Ну ладно, попробуем. А, это шлем просто, коллектиблс. Это просто коллектиблс. Упс, блять. Не все так безоблачно. А, ну нас сохранили уже с шлемом на этом берегу, нормально. Так, наверное, нам туда. Здесь, конечно, офигенно сделан бег по стенам. Очень-очень круто он сделан здесь. Другим бы разрабом получиться бы. Игра от первого лица, а бег по стенам лучше, чем во многих играх от третьего лица. Так, чё-то мне вот это не нравится. Ладно, пофиг, снимаем. Да чё тут? Но это был стелс, конечно, 89 уровня. Как шить такое? Преданность. По-моему, преданность это снайпер. Не очень хорошая. А, или это пулемет энергетический. Значит, нам так иначе не нужно. Так. Да мне. А, вот. Этим должны Марвины заниматься, а не пехотинцы. И того мы готовились. Какой вообще стати мы должны подчиняться этому чертову симулякру? Батюшки мои. Что это сейчас было? У меня в руках что, наверное, пизданула или что? Он чеку сразу что ли вытаскивает?
У меня другие гранаты, потому что это не та граната, которую я думал. Когда я успел поменять, я не знаю. Лист, это Эш. Я захватила титан класса Авангард. Что мне с ним делать? Да что хочешь, мне плевать, уничтожь. Что с пилотом? Им занимаются. Это здание само по себе оружие. Если понадобится, я пущу его в ход. Эш, хватит в игрушки играть. Тебе не за это платят. Блин, надо сейчас что-то подумать, что делать-то. Привезут меня по сборочной линии. Там есть общий выход. Рекомендую вам идти по платформам. Ну, то, что по платформам-то я так-то... А, меня автоматически сейчас. На сборочном конвейере вас может раздавить. Ну, пока вроде не раздавило. Ёп. Фу. Так, пожалуйста, вот, да, меня спалили. Наверное, туда, значит. Тебя не ожидаешь, конечно, от коридорного шутера таких больших локаций. Интересно, а будет ли так, что... Ёп, твою мать, он самоуничтожился. Будет ли так, чтобы я пехотинцем, будучи, встретил Титана, начинал от него бегать? Вот это было прикольно, если посмотреть, что такое сделают. Мне плевать, уничтожь. Что с пилотом? Бля. Это здание. Ну вот роботы вот эти опасные, конечно, опасные. Эш, хватит в игрушки играть. Тебе не за это платят. Уничтожь его, если потребуется. Ясно? Ладно, не буду рисковать, я думаю перепрыгнуть в воздух, но потом что-то. Пилот, они везут меня по сборочной линии. Там есть общий выход. Рекомендую вам идти по платформам. Комплекс полон опасности. На сборочном конвейере вас может раздавить. Так, уход, да, немножечко так. Немножечко опасно. В этой игре вас могут убить достаточно быстро и решительно. Так, тихо. Ух ты, ебать. Джим? А куда мне? Найдите BT, двигаясь по платформу конвейера. Чего? Ау! Так, по платформам конвейера, двигаясь куда? Что тут такое? Слева. Так, по платформам. Не раздавил бы еще бы. Блять. Че? Блин, тут бы понять вообще куда. Куда вообще идти по платформам. А, ну сохранили. Куда? Вот они кладут платформу. И вот она уезжает туда. Может быть, там сюда. Блять! Черт! Бля, вообще не ебу, куда идти, честно. Хоть пометили бы там, поставили бы этот самый стрелочку для дебилов. Ну, предположим, нам сюда все еще. Ладно. До поры до времени. Потом.
Мы спрыгиваем сюда. Потому что там нас давят. Идем сюда. Но сейчас нас здесь... понял. Не получилось. Так. Лови. Вообще-то тебе должно было щит расхерачить этой гранаты. Держу тебя в курсе, мужик. Давай еще раз. Блять, нет! Блять! Две гранаты сюда кинули, суки. Меня все-таки заметили, да? Блять, вообще такими залпами херачат, пиздец. Ладно, окей, я отвлекся. Не считается. Конец. Прием, кто в этом секторе? Прием! Блин, офигеть. Жёстенько. Так, сюда не надо, да? Ну здесь пока пешочком. Гранаты тут очень опасны. Нам будет какую-нибудь обилку, чтобы миновать можно было вражеские гранаты. Потому что невидимость мне не поможет против вражеских гранат. Так, платформа. Здесь она доезжает. И наверх, но там лазерные. Надо лазер, наверное, как-то отключить, мне кажется, да? Кто-то мне подсказывает, что лазер, наверное, надо как-то отключить. Да, ну явно не добро эти лазеры. А еще там... А, там еще расхерачивают. То есть мы должны после того, как... И что с ней потом происходит? Так, подождите, это что? Успел? Успел. Успел. Блин, а тут прям становится вообще так бодренько. Первая такая была более прогулочная часть. Прима. Блять, из гранатомета хуярь. Слушай, на среднем уровне сложности с двух выстрелов убивает. Хорошо, что я не стал себе ультравысокий ставить. Пиздец, два выстрела, нахуй. Два Карл выстрела и все. Просто пиздец. Так, ну турелку я расхерачил. Ух. Обалдеть. Понял. Хорошо они со спидфайрами. Так, G2.
D2 это, мне кажется, что-то типа карабина, да? Ну да, это карабинчик. Давайте по приколу возьмем, может, для дальней стрельбы он больше подойдет нам. Так, и лучше, наверное, нам взять все-таки фаерву. Так, что здесь происходит с платформами? Так, выезжает платформа. Едет туда. Потом ее берут. Да вроде ничего не происходит не особенного. Пилот, меня везут через участок с готовыми сборными конструкциями. Вам до меня недалеко. Идите. Мы выберемся, Бити, ты только держись. Я уже иду. Ну, меня бы не раскирачило бы, если сейчас на компоненты. Было бы очень здорово. Там, по-моему, лазерная стена. Но как бы меня не очень радует. О, блять. Приплыли. Так. Вот тут нам скаутка наша и пригодится. Хватит. Тикаем. Тикаем. Ух. Надеюсь, эти ежики, бегающие за мной, не прибегут. Кстати говоря, один прибежал, то есть все-таки прибегу, да? Но рашить не хочется, блять, сейчас меня убьют, да, меня убьют сейчас. Так, ладно, скаутка была ошибкой. Блять, ну такое количество мобов я не пропущу. На панели меня расхреначит. Если я сейчас выпрыгну на панель, надо их перебить. А, не через эту. Тут укрывание, укрытие специально не сбалдешь. Так, что сейчас он идет будет? Вижу. Ух. Да вот он я. Ебать сзади, блядь, сзади. А куда? Как эта тварь сзади-то оказалась? Fuck my life. Там, по-моему... Что такое? Лифт. Вот это движуха. Вот это, блядь, движуха. О, блин, тут.
Так, здесь вообще нихера не понятно, что он делает. Ладно, похеру. И тут комнаты собирают, походу, типа того. Подождем. Я не уверен я, что ее можно расхерачить. Можно. Для этого патронов не жалко. Оружие так себе. Я это тоже не вижу. Мужик, ты где? Блин, вот это взрывашки, вот это очень херово. Дай бог, сейчас добежит до меня одна. Я туда пошел. Гранат не надо. Ау! Пожалуй, на втором этаже покусаю. Ну давайте, отправляйте меня. Алло, Старк, ну кто смотрел все-таки? Я смотрю, онлайн попросил. Но у Старки-то были люди. Прикольно. Пилот, вы в порядке? Да? Вроде да. Ну и мясорубка. Ты в порядке? Конструкция не повреждена. Не думаю, что это мясокомбинат. О, с моим везением тут скоро все вывернется наизнанку. Или вверх дном, учитывая обстоятельства. Так, куда? О, бля, реально верну, может сейчас. Я лучше здесь стану. Да, я угадал. Ну-ка, как ты это сделал?
Кинотеатр. А теперь нам куда? А, туда. Так, подождите. Мне кажется, что нам нужно туда сходить. Купол подождет. Давай, ждет дальше. Куда мне идти дальше? А, вот планирование местности. Давай, мужик. Вот сейчас я вообще в душе не буду идти. Ох, нихуя. Серьезно? Fuck my life. Охренеть. Вот это паркур. Так, а ты тут отсканировать не хочешь местность? Во, давай. Давай, чувак. Просто... Не так просто. А, нет. А зачем она нам помогает? Друзья, а зачем она мне помогает? А что вообще происходит? Футбольное поле, что ли, какое-то? Это босс-файт арена, походу. Но только у меня бити-то нет. Я не хочу без бити. Загружается сценарий 1.2.7 в куполе динамического моделирования 3.0.4. А еще и с этой пошли. Давай посмотрим, на что же способен. Так, охеренно. Так, но узнаем мы, что это будет чуть попозже. Перерыв. Пару минут сейчас перерыв.
Так, где тут он? Ну вот, на Лост-Арке были люди, а на этом нет. Потом удивляется, что это вдруг только один Лост-Арк в эфире. Действительно, что это только Лост-Арк в эфире? Может быть, потому что больше никто ничего не смотрит? Может быть, это как-то связано? Типа небольшая такая магия? Ага. Блин, как удобно, когда альтабуц не надо, все делаешь по ходу. Балдеж. Так, ну чё, на что я способен? Давайте проверим, на что я способен. Ну и чё? Доставка испытуемых ополченцев. Очередной тест! На изготовку! Вы прошлый-то еле пережили! Заткнись и хватай пушку! Смотрите, пилот! Нам наконец повезло! Рано радуешься! Постарайся не мазать! А чё у меня? Загрузка сценария 1.2.7 завершена. Начнём же. Выпускаю тестов. Это за нашу. Пилот, ваш курс учащается. У вас проблемы. Я тут типа занят, Бити. Если вы в бою, используйте маскировку. Она временно сделает вас невидимым. Запуск испытательной программы Жнеца АМС. Что-то я... А, вот титан вражеский, заебись. Видеосвязь установлена. Купер, в тех домах содержится запас оружия. Я видел, как его грузили на сборочном конвейере. Впечатляющая тактика. АМС будет не против, если я задействую еще несколько боеприпасов. Задействую дополнительных жнецов. Так, пошли ломать титанов. Потому что я сталь. Сосад. Должна отметить свою настойчивость, но пора заканчивать. Капа 1, убейте пилота ополчения. Разрешаю вступить в бой. Открываю дверь, отряд приготовится к штурму купола. Так. Где? Да так. Пока живой, а ты? Все еще функционирую, но не могу освободиться. Я обнаружил проход во внешней стене. Выбирайтесь оттуда, пока можете, помечая на вашем дисплее. Угу. Есть? А, ну ладно. Проход во мне.
Я слышал тебя, бро. Спасибо, бро. Так, оружие. Так, а куда мне? А. Фух. Пусть, конечно, игра не та, чтобы быстро. Отсечка работает. Там есть, не знаешь, есть кто, что-нибудь напишите. Есть еще люди у нас вообще. Да, что-то прям... Ой, скоро на Твиче будут одни ИРЛ стримы, наверное. Игровые стримы, что-то никому уже не интересно. Может, на YouTube что-то посмотрит. Нет, если мешает работе. Поняла. Конец связи. Спокойствие. Я за его голову такую цену назначил, что тебе на любые игрушки хватит. Сектор 4 Чарли. Подрыв зарядов с 21 по 29. Всему персоналу АМС, говорит Эш. С сожалением сообщаю, что поскольку вам не удалось справиться с нарушителем, мне придется уничтожить весь комплекс. Некоторым из вас покажут, дополнение что отряда крайняя мера. Так и есть. Рекомендую вам поскорее эвакуироваться. Ебать ту Люсю. А чё мне делать-то, собственно? Ну, давай. Это то, что я думаю? Блять, то, что я думаю. Блять. Ух ты, ёбаный. Вот. Как здесь становится сложно. Не знаю, что вы сделали, но взрывы ослабили руку манипулятора. Я свободен. Ну, спой кипелого и пиздуй. Так. А можно здесь тоже просканировать местность, чтобы понять, куда идти? Куда, да? Контрольная точка, балдеж. Здание разваливается. Предлагаю покинуть его. Похоже, вы совсем недалеко от меня. Отмечаю местоположение. Давай, давай, бро, давай. Ух. Блин, какая же здесь жесткая боевка становится. Хорошо, хард не стал брать. И так уже несколько раз сдох. Очень повезло, что я убил всех бегающих этих самых шариков. Так, что ты мне там помечаешь-то? А, туда, да? Пока я нашел. Ну я тебя вижу, и чё? Так, а можно мне... паркурщика для дебилов показать. Скорее всего, вот туда мне нужно. Это догадка. Да, контрольная точка. Ясно. Я догадываюсь. Вот сейчас. Это свой, очень свой. Опасно. Пилот, советую вам забраться в кабину. Да залезаю, блин.
О, что они смородины зачем? Прикольно, смородины. Странно. Я думал, ты только на Lost Ark. Так. Ну чё? Где там бичи, которых нужно нагнуть? My body is ready. Как у тебя быстро заканчивается пулемет? Я обнаружил проход за этим куполом. Пометил на вашем дисплее. Чё ты наметил? А чё, и чё? Покиньте... А как? Я ж не могу туда. Ух ты, ё-моё. Пизделся, дурачок. А второго я уже расхерачил, что ли? А вот он. Блин, ну мне не нравится этот. Мне вот этот больше всего нравится. Так, покиньте комплекс вместе с BT. А как? Не понимаю. А, во! Можно раздавить, да, ешь. Это Эш? Это Эш. Назначил высокую цену за твою голову, пилот. Так что живой или мертвый, ты не дорог. Ну, это хорошо. Начнем. Давай. Объект через туннель. Идем. Она аж прихуел, наверное, стал, как я быстро разобрал. Прах, праху. Пилот, я пришел к выводу, что лучше избегать коротких путей. Погоди. Насчет избегать, не избегать.
Ничего, сегодня народ совсем мало было. 2 человека всего. Прям удивительно. Пятница вроде, все дела. Пилот, майор Андерсон где-то здесь. Обследуйте объект. Встретимся на той стороне. Тут слишком тихо. В засаду бы не угодить. Согласен. Однако разведка в помещениях – прерогатива пилота. Буду смотреть в оба. Будьте осторожны. Ебать. Все команды, участвующие в анализе ковчега, должны явиться в лекционный зал на презентацию. Чё? Вот это да. У нас флешбеки. Приходите у нас. Что это было? Похоже, что искажения на территории объекта создают временной разлом. Рекомендую сохранять осторожность, пока мы не узнаем больше. Хорошо, пожелай мне удачи. Желаю удачи. Раз и навсегда нейтрализовав силы оболчания, мы можем защитить всю человеку. Да, пилот, чем могу помочь? Воспоминания. Нихуя себе. Нихуя себе. Что это за место? АМС построили на фронтире несколько исследовательских центров, но данный объект ополчению неизвестен. Сколько у них подобных объектов? За 8 стандартных месяцев до начала операции «Палаш» 9-й флот ополчения захватил или уничтожил более 29 подобных объектов. Странно. Я фиксирую тут остатки моего собственного следа. Возможно, искажение влияет на работу сканера. Теперь я вообще знаю, где я. А, так вот же бить. На всей территории объекта можно найти следы огромного выброса энергии. Однако данные с вашего шлема свидетельствуют, что в другой временной линии их нет. Эти останки не соответствуют генетическому профилю майора Андерсона. Возможно, он еще жив. Так, сесть у тебя нельзя, да? Рекомендую заглянуть в главный вестибюль приемной. Я бы пошел с вами, но, к сожалению, мой корпус не пролезет в дверь. Хорошо. Пора внести свою лепту. Не согласен. Вы существенно превосходите обычного стрелка 3-го класса. Думаю, майор Андерсон будет доволен. Ну, игра прям вообще прям балдеж, конечно. Так, чё? Так, оружия нет. Контейнер для оружия. Оружия нет. Динозавр. Глупый динозавр. Плохой динозавр. Пилот, шлем майора Андерсона может содержать важную информацию. Принесите мне его для анализа. Би
Идти. Я нашел Андерсона. Он в потолке. Задание выполнено. Мы встретились с майором Андерсоном. Очень смешно. Шутка не планировалась. На. После смерти Андерсона командование спецоперации 217 перешло к вам. Поздравляю с повышением, пилот Купер. Дальше идет инструктаж Андерсона от командира РСП ополчения Сары Брикс. Майор Андерсон, 2 недели назад мы перехватили переговоры АМС. Они нашли что-то на Тифоне. Был зафиксирован мощнейший выброс энергии, а вслед за ним временное искажение. Приказываю силам РСП проникнуть на объект противника. Есть. Я займусь этим вопросом. Это устройство, которое мы нашли во время операции Гризли, защитит вас. Нам известно, что АМС наняла Кубина близко и его наемников не защитила какого-то важного объекта. Поэтому будьте осторожны. И Андерсон, вы знаете, как я ненавижу писать похоронки. Поэтому не ходите один. Помните, РСП команда. Консоль зашумела. Пилот, часть данных, собранных майором Андерсоном, утеряна. Долг велит нам завершить выполнение специальной операции 217. Рекомендую отыскать устройство, которое Андерсон носил на запястье. Что нам нужно сделать? Цели задания обновлены. Я обнаружил брешь в здании службы безопасности. Предоставляю доступ. Я останусь и продолжу сканировать кольцевую структуру, пока вы ищете информацию устройства в здании. А чё ты делаешь? Чё ты? Неплохо, может в другой раз бросишь меня? Учту. Ну ладно, я поехал. Удачи тебе. Бля. Понял, по-другому что-то случилось. Ну ладно. Обнаружен нарушитель. Активируй автоматизированные системы защиты. В смысле? Это только приход. А, ну нормально, да, это был только приход. Не только приход. Мне подскажут, что они угроз особо не представляют. А вот оружия у них походу не было, да? Ева и Кар. Сойдет. Так, а чё вас так много-то вообще? Пойду-ка я вам девушку бегу. У меня всё на патроны тратить. Офигеть, у нас приходы. Мастиф Хэтлайн. Мастиф возьмем. Внимание, в вашей области было сфиксировано небольшое нарушение системы безопасности. Активирована система блокировки. Офигеть. Это сам Сингулярити напоминает. Вот такая игра.
Так. Простите, Андерс. То самое устройство, которое должно было его защитить. Это как же его так мигнуло это здесь, что он башкой пол пробил? А, мы теперь сможем переключать. Ебать, серьезно? Ну-ка, если я нажму так, тут никого не будет. Там, мы обнаружили нарушителя, но он двигается беспорядочно. Отслеживайте. А, то есть я как бы... Вау. Я думал, я прошлое вижу, а на самом деле я именно во времени сам путешествую. Ничего себе. Так, зря я это сделал. Ладно, окей. Да нет, вот нет. На позиции. Активируй турели в юго-восточном коридоре. И тут, наверное, лучше по стенке побежать, чем по турели идти. Под турелью, точнее. Так, ясно. Тихо. Динозавры. Вот опять я мастифу причешу. Бам просто. Не? Мастиф он такой, да. Мастиф непростое оружие. Ух ты, ебать их тут. Как мне взорвать? Кто-нибудь скажите мне, где он? Как мне сохранить оружие? А. Мастиф, настало твое время. Блять. Ладно, их здесь что-то многовато. Как-то многовато. Надо переключаться постоянно между... Блин, а прикольно, кстати, придумали. Я такого от этой игры вообще не ожидал. Я думал, это так, что там... На пару вечеров. А это прям полноценная такая... тема.
вроде еще были, не? Пять, что ли, да? Кто видит цель? Я вижу цель. Мужик, душишь. Так. Мастиф, это, конечно, это вещь. Так, а нам? Да, нам не надо было их убивать, черт. Нам туда был не надо. О, ну куда я покажу, как мне что надо делать. Ну как хорошо, что тут эти вот феномены попадаются. Ага. Ёд. Ух. Так. Запись Андерсона, которая может вам помочь. Начинаю воспроизведение. Журнал Андерсона 341 АМС действительно что-то нашла. Что-то способное искривлять пространство и время. Создали ее точно не они, но они ее ремонтируют. Их планы могут обернуться катастрофой. Охренеть. Что тут у нас? Взрыв-пакет. Так, а здесь что у нас тут в этот момент? Ничего не происходит. Ладно. Так, а что нам сделать? Обыщите комплекс. Бам! 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 Добрый вечер. Так, побежали. Есть небольшая проблемка. Я это делал, оказывается, ради какого-то шлема от душманского. Пацаны, а я можно как-то по-другому это сделать? Вот здесь. Так. Бам. Бам. Астроиды. Так, что тут у нас? Ладно, а что тут у нас здесь? Тут у нас майор какой-то. Мистер майор. Источник энергии искажающего орудия называется ковчег. Похоже, корпус его оставляет желать лучшего. В этом пусто. Где же этот ковчег? Конец записи. Ковчег подготовлен и отправлен в испытательную камеру. Ага. Ковчег испытательный камень. Ух, твою мать. Ух. Берегись, берегись! Так, а что на меня шло?
А куда мне идти надо? Тут, короче, он расхераченный, там он тоже расхераченный. Понятно. А, туда мне надо. Я думал, туда прокачок тащили. Хорошо, ладно. Ясно. Да что ж одни боты-то, а? Откуда столько ботов? Не, мне начинает казаться, что что-то надо сделать. Ладно, включаем мозг. Это немножечко сложнее. Это может показаться. Сканируй местность, давай. Не, ну это ты сделал. Ну, будем считать, что наебались в тему. Можно было расхерачить. Какие такие? О, Насти, не похоже. Так, переходим. Ух, помастер берем дальше. Ой, черт. Так, ладно, а как это выглядит? Яс. Это как в Алисе Мэнис. Оу, Алина. Ну понятно. Зачем я наверх запрыгнул? Там, блядь, динозавры, тут, блядь, эти самые. Очень мило. Ладно, я посчитаю динозавров. Блядь. Я хамел, что ли, еб твою мать. Так, что здесь? Бля, я, по-моему, зря сюда. Что, мне вообще надо... Да? Ну вот у меня. Подождите, а как?
А зачем я сюда шел все это время? А зачем я сюда? А, о. О-о-о. Только не говорите, блядь, что мне сейчас нужно будет. О-о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 -
Пилот, кольца около моей позиции пропитаны остаточной энергией. Теория. Сюда доставили ковчег, а затем здесь произошел мощный взрыв. Андерсон планировал провести разведку недалеко от центра активных колец. Угу. Что нужно сделать? Если нам удастся зафиксировать энергосвет ковчега, то флот ополчения сможет найти его в настоящем. Так, окей, я что-то хуйню сморозил какую-то. Я сейчас не совсем помню, что от меня хотела эта игра. Ух. Окей. Ага. Пиздец, я успел? Нет, не успел. Фух. Они решили испытать оружие на спутнике планеты. Это был всего лишь тест. Следующая их цель — наша планета. Гармония. Охренеть. Они хотят нанести удар. Это сингулярность, Google 2. Это была последняя запись майора Андерсона. Я догадался. Я познакомился с вашими разведданными. Возможно, у меня есть план. Встретимся снаружи. Окей. Как только я пойму, как туда попасть. Я бы хотел немного поговорить о ценности человека. О, не, я не хотел бы поговорить о ценности. Так, как мне отсюда сдриснуть? Ой, наверное, это была ошибка, да? А, ну вообще бегать можно. Так, подожди, это я не особо хорошо понимаю. Чё ты делаешь? Так, ладно, я, наверное, не туда, не туда, но... Я чё-то не совсем, наверное, понимаю, как... Мужик, чё ты делал? Чё, блядь, от меня хочет эта игра? Я это сейчас вообще не понимаю. Вот это вот. А. Просто залезь сюда. А, ну ладно. Вот это было странно. Так, он... Здесь.
Ладно, идем, пока идет здесь. Минус. Темпо умер, он даже не нужен. Что здесь у нас? Ничего? Батька живущая. Все. Ух, обалдеть вообще. Просто обалдеть. Вот этого я от этой игры вообще не ожидал. Уже здесь еще сингулярность будет. Это прям вообще обалдеть. Так, а что у нас их так хилсинг? Вообще себя зарекомендовали. Заебись. Конечно, хилсинги пока построил. Пилот, рекомендую встретиться у колец, где я смогу просканировать энергослед ковчега. Ух ты, ёбаный спец. Ладно, здесь нам нужен дробовик. Так, что здесь у нас? Тут опять ебучие динозавры. Много факинг динозавров. Убить и бегает. Мужик! Мужик! Ёб твою мать! Чё тебя так переклинило-то на мне? Господи Иисусе! Тупорылый динозавр недоношенный. А тут вообще динозавры, блядь. Как только со временем начинают играть, сразу появляются динозавры, блядь. Ну, ты тоже нахуй. Так, мужики со щитами, вы заебете? Серьезно заебете? Очень близко. Ебал просто так. Окей. Блять. Бити. Они меня заебали. Дай. Пилот, я обнаружил пульт управления мостом, ведущим кольцом. Я всё, пометил нах... его место. Заебали. Сейчас всех нахер расхерачу. Где вы там, блять? Идите сюда. Похоже, что ваши действия в прошлом. Настроили оставшуюся автоматизированную охрану против нас и в настоящем. Вообще насрать. Всех распуянил. Ну-ка, подсвети ко мне этих кульбанов. Где там они? А, они там внутри. Во время? Мы из-за него можем во время принять? Серьезно, блядь? Давай! Ёбаный в рот просто. На просто. Воспользуйтесь мостом, пока платформа испытаний искажающего орудия не взорвалась. Ща, погодите, оружие новое возьму. И он. Перехватывая снаряды, пускай обратно. Мины с лазерным лучом. Блечевой лазер.
Короче, посмотрим, что это такое. Мне уже не очень нравится. Известно, это автоматик. Ладно, что там с угоном делаешь? Понятно. Yes. Вот такое себе. Так, на мост он говорит, да? На мост. Ладно, пойду на мост. Подожди, а чё это хочет меня чё-то? Я не понимаю. Так, окей, я тотально не понимаю, что мне нужно сделать. Поезд с мостом. Пилот, я обнаружил пульт управления мостом, ведущим к кольцам. Я пометил его местоположение. Пульт. Так, ладно, я пошел. Для взлома чё, блядь, делать надо? Чё? Это самый странный взлом, который я, к сожалению, видел. А где мой робот? Сельман, привет. Так. Где мой BT? Это вообще что? Во-первых, что это такое висит? А, вон он гуляет, господи. А это что такое? Там может быть череп этого есть. Член точнее. Господи. Не, подожди, Бити, я зачем-то его расхерачил, только не знаю зачем. Будь моим ведомым. Ну ладно. Я думаю, там будет шлем пилота. Режим пилотирования включен. Так, мост я вроде как опустил. Теперь надо понять, где я его опустил. Ну, по логике вещей в старом мире я его опустил. Поэтому он уже сломан. Господи, ты вообще не дамажишь. А, это титан. Походу титан. Господь, всемогущий. Так, что происходит? Это сюжет. Игра очень хорошая, да, игра очень хорошая. PS Plus бесплатно раздают. Так. Короче. Ага. Нет. Вот это интересно. BT, да, вот он BT. Сделать ничего нельзя. Патроны вести от него тоже нельзя. Бежать по осколкам. Каким осколком ты делаешь? Эй, осколком ты делаешь. Смысл побежать по спуху. Так. Охренеть, опять паркур начинается. Ну, видимо, сюда. Нет? Ой. Господь. Что? Тут же вообще нереально сориентироваться, тут же вообще в принципе невозможно понять, куда бежать можно, а куда нет. Я ничего не понимаю вообще. Ух, о боже мой, как я не люблю такие моменты в играх. Криптовый паркур — это страшная вещь. Горе в семье. Ну... Надеюсь, что нам сюда.
Что это такое? Тихо, тихо. Зачем это нужно? Чё? Во. Во. Ну и чё? Короче, мы становимся Иисусом, я так понимаю. Отлично, пилот. Сканирование завершено. Андерсон узнал, что АМС планирует уничтожить гармонию, планету ополчения, с помощью действующей модели этого орудия. Пилот Купер, мы еще не закончили. Мы должны передать эти данные флоту. Ну, это логично. Даже любопытно было бы третий Титанфолл, если сделали. Но я думаю, сейчас разрабы будут Апексом заниматься исключительно. Поэтому, скорее всего, вряд ли нас ждет Титанфолл от этих разработчиков, во всяком случае. А, тем более они же делали этих джедаев. Респауны же джедаев делали. Ну, джедаи получились так себе. Очень забагованная игра получилась. Очень забагованная. Пилот Купер, Андерсон мертв. Но если нам удастся наладить связь с флотом, мы сможем завершить его задание. Впереди есть астрономический маяк, он может нам пригодиться. Надеюсь, что кто-то из своих окажется на связи. Есть лишь один способ это проверить. Выполним свою задачу. Но сделаем это в другой раз уже. Фух. Балдежная игра, конечно. Но спешить некуда. Спасибо всем, кто смотрел. Кто в прямом эфире, кто в записи. Приходите на прямые трансляции. Фоловьтесь, пишите в чатик. Подписывайтесь, событесь, все вот это делайте. Вот. Ну и сегодня, наверное, все. Вечером стрима, скорее всего, не будет. Что-то я подустал уже. Ну, дневные стримы долгие теперь у нас, поэтому, наверное, вечернего не будет. Глаза уже устали. Поэтому на сегодня все. Включаю вам рекламу. До новых встреч, до будущих. Привет, друзья. Пока-пока.